Доброе утро, уважаемые коллеги. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Меня зовут Дмитрий Слепцов. И сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом пятничные данные повлияли на динамику котировок. И также посмотрим, что у нас получилось с точки зрения статистики торговли за март. Если меня видно, слышно, то, пожалуйста, поставьте плюсы в чат, и мы с вами начнем. Пока вы ставите плюсы, я напомню, что мы с вами работаем в концепте трендовой торговли. То есть мы анализируем движение валютных котировок, исходя из трендовой модели. То есть у нас есть скользящая средняя 120 на часовом графике. И это у нас неделя, да, то есть среднее значение за неделю. И в рамках развития вот этих трендов мы смотрим, что у нас происходит с валютой. Итак, да, все, плюсики есть, все работает. Мы с вами тогда приступим. Сегодня я еще обязательно покажу вам статистические вот файлы, да. И для этого мне нужно их будет так вот здесь открыть. Ну что ж, давайте проанализируем, каким образом вела себя валютная пара, вот евро-доллар. Так, сейчас, одну секундочку. Так. Так. Я просто открываю вот. Угу. Статистику открываю. Итак, каким образом повел себе евро-доллар? Вот смотрите, значит, во-первых, о каких новостях я говорю? Я говорю о выходе НФП, то есть non-farm payrolls. Это новости, которые выходили у нас в пятницу в 15:30. И вот давайте проанализируем, каким образом развивалась динамика движений. Во-первых, я напомню, что мы с вами говорили о том, что когда выходят эти новости, вообще когда выходят крупные вот эти новостные события, то рынок ведет себя достаточно непредсказуемо. И также мы говорили о том, что нам необходимо очень четко контролировать, управлять позициями, которые у нас уже есть. И в данном случае непосредственно перед вот выходом новостей нужно либо подтянуть стоп-лоссы, либо закрыть часть позиции, либо, может быть, даже закрыть все позиции. Вот мы проводили наш обзор в 10:30, это вот этот интервал времени, да. Здесь мы с вами сказали, вот тут сейчас отмечу вертикально, да, вот 10:30. А здесь мы сказали о том, что да, у нас есть наша коррекция, то есть рынок движется вниз и после этого пробивает данную коррекцию. Тренд у нас восходящий в этот момент, да, и у нас формируется сигнал на вход. Но также мы сказали о том, что учитывая выход новостей, будущий, который вот произойдет в этот день, да, мы не будем заходить, потому что уже есть позиции. Также напомню, что у нас по-хорошему, если трейдер стоит в тренде достаточно долго, ну то есть с момента развития этого тренда, то по-хорошему три позиции у этого трейдера могло быть. Помните, вот мы с вами говорили, что вот здесь у нас позиция была сформирована. Дальше, так, сейчас вот так сделаем. Вот. Дальше еще одна позиция вот здесь могла быть сформирована. И третья вот здесь. И когда возникают вот такие хорошие трендовые движения, мы уже в позиции и понимаем, что выходят супер важные новости, то нужно в первую очередь защитить свою прибыль. Так вот, что произошло? Смотрите, в эту сделку, которая здесь сформировалась, ну, заходили только агрессивные трейдеры, у которых
уже есть прибыль, накопленная за месяц, и они могут позволить себе здесь рискнуть. Те, у кого уже были позиции, я думаю, вряд ли заходили, я это подчеркивал. И вот смотрите, что происходит непосредственно при выходе новостей. Вот у нас 15.30. Вот евро проваливается на 400 пунктов в пятизначке 5 минут. Потом наверх 500 пунктов 10 минут. Возвращается вот сюда, да? И потом снова вниз, там 300. И вот мы видим, что происходят вот эти резкие колебания. Наверх-вниз. После того, как вот здесь вот эта вся движуха закончилась, а это, в принципе, тоже достаточно нервная штука. Вот представьте, 400 пунктов вниз, 400 пунктов наверх, все это в рамках нескольких минут. Да, после этого мы уходим вниз, причем, обратите внимание, уходим достаточно серьезно. В целом, получается, прошли там 950, ну, если говорить о пятизначной системе, да, 1000 пунктов прошли. Потом вернулись обратно. Вот туда же, на тот уровень, где вот здесь происходили вот эти супердвижения, да, и загуляли здесь в боковике. То есть, по сути говоря, получилось, что движений много, а в итоге мы стоим на том же уровне, что вот здесь был пробой. Примерно, чуть-чуть выше, да. И обратите внимание, что вот это движение вниз, потом наверх, оно, по сути, достаточно непредсказуемое. То есть, когда он идет вниз, график, то мы уже понимаем, ага, ну вот, может быть, то самое супер нисходящее движение, давай-ка мы встанем в шорт. А здесь цена отскакивает обратно, да? И получается, что трейдеры здесь нервничают и, как следствие, теряют деньги. И обратите внимание на нашу позицию, что, как вот мы с вами говорили, если мы стоим по тренду, мы, к примеру, здесь зафиксировались перед выходом новостей. А, кстати, обратите внимание, что перед выходом новостей это фиксация, в общем-то, это самые максимумы. Вот здесь. Это самые пики. То есть, по сути, вот как раз до новостей тренд сформировался, на самом пике есть возможность закрыться, и все, и получить максимальную прибыль. Если же мы этого не сделали, обратите внимание, что цена резко проваливается вот сюда на 1000 пунктов, и мы приходим аж вот куда. И по нашему трендовому движению это, в общем-то, уже гораздо меньшая прибыль. То есть все наши позиции, которые мы держали, они потеряли 1000 пунктов прибыли, если вот говорить о том, если закрыть позицию непосредственно перед выходом новостей. И получается, что мы буквально, если не закрыли позицию, да, то есть неграмотно управляем, надеемся, что сейчас тут супер новости, мы тут подзаработаем, да, то вот получается, что мы съедаем прибыль, причем достаточно серьезно. Да, конечно, потом цена возвращается, но не факт, да, то есть мы просто могли потерять эту прибыль и закрыться, да, если, к примеру, цена ниже пошла. Вот это движение евро-доллара. Ну, опять-таки, подчеркну, возможно, ну, вернее, невозможно, а абсолютно точно, это достаточно субъективный взгляд, то есть это вот я так смотрю на рынок и считаю, что вот эти супер новости — это всегда повод, чтобы до выхода этих новостей прикрыться. И вот здесь мы видим, что, в общем-то, это было бы хорошим, правильным решением. Если говорить о текущей ситуации, то у нас есть максимумы, есть коррекция. Но, в принципе, давайте сейчас мы подведем вот именно итоги вот этих важных новостей. Сегодня детально вот я здесь суперанализ проводить не буду, но имеется в виду такой долгий, да. Вот именно хочется обратить внимание на выход этих важных новостей, их реакцию на рынок и их реакцию на рынке, да? Смотрите, что происходит с фунтом. Вот у нас фунт подошел к средней, здесь как раз находился в момент выхода новостей, вот 15.30, он находится у средней, то есть времени определенности, проваливается на 600 пунктов, 5 минут, 300 наверх, потом вниз. То есть тут, в принципе, был уход от средней. Те трейдеры, которые торгуют агрессивно, да, возможно, они здесь заходили и получили здесь свой плюс. Это суперагрессивная торговля как раз на новостях. Но, в принципе, если говорить о фунте, он повел себя здесь лучше, чем евро, в том плане, что он просто здесь начал новое трендовое движение. То есть он на новостях пошел в тренд. Это нормально. Евро же на новостях
съел нашу трендовую прибыль, если бы мы не закрылись. Поэтому по фунту мы, находясь у этой точки, в принципе, позиции не имеем. Ну и нам нужно формирование тренда, формирование коррекции. И, в общем-то, здесь мы ничего не потеряли. И, ну, может быть, даже агрессивные трейдеры заработали. Но, опять-таки, это не наша ситуация в том плане, что нам нужно развитие событий. Я, как правило, да, вот я подчеркиваю, мы вот так вот суперагрессивно не заходим. Далее. Иена. Обратите внимание, вот тоже выход новостей. Вот, 15.30. Движение 400 пунктов наверх, 5 минут. С хвостом 500 пунктов вниз. Все, остались на том же месте. Потом наверх ушли опять на 550. Напомню, что по иене тренд у нас нисходящий. И после этого вниз. И вот сейчас продолжается нисходящий тренд. То есть, опять-таки, что получилось? Получилось, что вот этот выход важных новостей — это шторм. Вот здесь опять трейдеры нервничают. Если кто вот здесь заходил на пробой коррекции, которую мы отметили, да, она же здесь была, вот тут имел хорошую прибыль, ну как хорошую, какую-то прибыль, вот этим резким движением выбивает, да, потом идет обратно вот сюда вниз, потом наверх, тоже выбивает, если трейдер заходил, а потом идет вниз. То есть вот эти движения, в общем-то, они достаточно, видите, резкие на новостях, да, и нужно быть с ними очень аккуратными. Опять-таки, в итоге все пошло в тренд. То есть иена — это как раз вот тот пример, когда в конечном итоге, после бурной, бушующей вот этой реакции на новости, все пошло на круги своя и, в общем-то, продолжает двигаться в тренде. Это достаточно хорошо с точки зрения трендовой торговли, но плохо именно с точки зрения вот этих бушующих страстей внутри, которые всегда заставляют нас нервничать. Значит, далее. Франк. То же самое, смотрите. Вот. Видите, какие резкие движения. Вниз-вверх, вниз-вверх, наверх, потом вниз. А в итоге все остается примерно на том же уровне, где до выхода новостей. То есть вот этот, опять-таки, супердинамичный расколбас вверх-вниз, он, в общем-то, в итоге ты ничего не дал, кроме как нервы наши потратил. Франк, канадец, обратите внимание, вот у нас тоже резкий всплеск наверх, пришли на 1100 пунктов, да, 1200, потом все обратно на 1200 вниз. Вот, то же самое. Да, к средней пришли, разрядили тренд, потом ушли от нее, сейчас опять пришли, да, но тем не менее. Видите, насколько резкие движения, опять-таки туда-сюда обратно, а в итоге цены на том же уровне. Далее, австралиец. Очень красивая картина, но в том плане, что вот подтверждение, да, вот, наших рассуждений. Смотрите, вот 15.30, выходят новости, колом все летит, к средней приходит 840 пунктов. И от средней обратно все, 750. То есть, смотрите, вот цена до выхода новостей, вот цена после выхода новостей. Видите? То есть, если были трендовые позиции, опять-таки, вот это движение вниз нас заставляет нервничать, съедает прибыль. А потом все возвращается на круги своя. Ну, и сейчас опять он пришел, да? То есть, вот, на мой взгляд, это достаточно резкие такие вот нервные движения, то есть, на них трейдер нервничает. Может быть, конечно, кто-то, наоборот, любит такой экстрим, но вот, тем не менее, вот такая реакция. Далее, новозеландец, напомню, да, вот он у нас, там была до этого тоже линия, кто-то формировал, ну, то есть коррекция, да, кто-то формировал позиции, выходят новости, резкий обвал, возврат, все, продолжили опять боковички. Сейчас как будто уже ничего не было, все спокойненько продолжает двигаться. Так, ну, рубль тут отдельная история, тут у нас сейчас вот скорее гэп, резкое движение, да, так в принципе тут у нас без эксцессов. Ну вот это такая реакция на рынок, сейчас проанализируем с вами статистику за март и после этого посмотрим по валютным парам. То есть вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот выход важных новостей — это всегда резкие, достаточно непредсказуемые движения, в которых рынок может уйти вниз, потом вверх, потом снова вниз, его кидает в разные стороны. И если мы с вами имеем какие-то позиции, то нужно очень грамотно ими управлять для того, чтобы на новостях не потерять прибыль и не получить дополнительный убыток, если
пошло супер резкое движение, может быть, просто тяжело выйти, да, просто не будет времени, будет проскальзывание. Ну и что ж, сейчас вот очень хочется вам показать статистику, в каком плане. Вот сейчас я покажу типичную картину трендовой торговли. То есть вот что я имею в виду под типичной картиной? Ну, давайте сначала, наверное, вот общую картину, да, то есть, скажем так, очень часто у трейдеров возникает вопрос, ну хорошо, вот если я торгую по тренду, то как может быть, ну скажем так, если я торгую по тренду, то каким образом у меня может двигаться кривая equity, то есть каким образом выглядит моя статистика, сколько прибыльных сделок, сколько убыточных сделок, какие вообще потенциальные результаты. Ну вот давайте прикинем, я вот тоже ту стратегию, о которой мы с вами говорим, тестирую, то есть анализирую, что получается. В принципе, она сейчас показывает классическую трендовую картину с точки зрения статистики. И вот я как раз хотел бы на этом ваше внимание заострить. Вот смотрите, это просто суммарный отчет, и после этого сейчас я покажу детализированный отчет. По суммарному отчету, ну, здесь у нас счет 100 тысяч, да, и вот здесь самая такая общая картина того, что произошло. То есть вот закрытые позиции, прибыль-убыток 45 561, баланс 145 тысяч. То есть сейчас у нас открытых позиций нету, то есть плавающий прибыль-убыток 0. И equity тоже совпадает с балансом, то есть 145, 195, 28. То есть сейчас все по нулям. Маржа 0, свободная маржа полностью весь счет. Это полностью вот закрытые все сделки. Эти сделки были закрыты непосредственно вот перед выходом новостей. И, в общем-то, зафиксирован результат. Дальше, вот каким образом эти 45 тысяч, ну, то есть это получается 45% процентов к 100 тысячам, да, каким образом они зарабатывались? Зачастую трейдер вот смотрит на результат и думает, о, ну ладно, там 45 тысяч, здорово. Но всегда очень важно посмотреть, каким образом эти 45 тысяч были получены. Если мы получили прибыль 45 тысяч, а при этом теряли 60 тысяч, то это очень плохой результат, потому что мы теряли больше, да? Так вот, каким образом может выглядеть статистика трендового трейдера? Опять-таки, вот те, кто только начинают торговать, они к этому относятся достаточно скептически, вот к тем цифрам, которые я сейчас показываю, в частности, там, к просадке, количеству сделок, но трендовый трейдер, он всегда знает, что это, в общем-то, нормальная динамика. Вот смотрите, что у нас получается. В принципе, вот gross profit, да, то есть прибыли было заработано 75 тысяч почти, но есть также убыток 30 тысяч, поэтому итоговая прибыль у нас 45 тысяч, total net profit, да. Дальше, на какие цифры важно обращать внимание? Вот смотрите, абсолютная просадка, максимальная просадка, относительная просадка. То есть в данном случае мы просаживались по счету на 15 тысяч, чуть с небольшим, да, то есть это 15%. Получается, что наши 45 тысяч, которые мы заработали, они стоили нам 15% просадки. В принципе, это нормально. Почему? Потому что мы уходили в минус на 15%, а в итоге заработали 45%. То есть мы заработали в 3 раза больше, чем у нас был максимальный риск по нашему счету. В конце концов, извините, 15 тысяч в минус, когда идут, это тоже нервы. Это человек сидит и нервничает, трейдер переживает, волнуется. И если я переживаю на 15 тысяч убытка, то я хочу заработать, ну, хотя бы в 2 раза больше, чем я переживаю, да? Соответственно, здесь получается в 3 раза больше, то есть это нормальная динамика. Мы рисковали 15 тысячами, ну, имеется в виду с точки зрения просадки, да, заработали 45 тысяч. Получается, мы заработали в 3 раза больше, чем рисковали. Это хороший, это нормальный коэффициент, хотя бы 1 к 2 должно быть. Дальше вот обратите внимание вот на что. Очень важные цифры. Всего было совершено 52 сделки, вот total trades 52, из которых коротких позиций 16, сделок 37%, да, то есть получается по распределению длинных позиций 36 сделок. И самое главное, вот сейчас обратите внимание вот на какую цифру. Вот обычно начинающий трейдер на эту цифру смотрит и говорит, ой, ну так плохо. Вот смотрите, profit trace – это количество прибыльных сделок. Количество прибыльных сделок было всего лишь 17 при общем количестве 52, то есть прибыльных сделок было 32
и 69%. То есть представляете, что получается, что в данном вот торговле за март, да, я зарабатываю в 32% сделок всего лишь. Как говорят, новичок смотрит, ох, ну всего лишь 32% сделок ты зарабатываешь. А убытки были в 67% сделок. Да? И вот когда вот вы слышите, например, там вот эти байки о том, что вы должны зарабатывать в 6 сделках из 10. Это очень субъективно, да? То есть мне даже было бы, в принципе, очень за вас тревожно, если бы вы зарабатывали в 6 сделках из 10 или в 7 сделках. Потому что это говорит о том, что у вас что-то там с риск-менеджментом как-то не заладилось, да? Потому что трендовый трейдер, он бывает, это очень часто, да, что он теряет большую часть времени. Да? То есть вот 67% у меня убыточные сделки, и всего лишь 32% это прибыльные сделки. Но дальше обращаем внимание вот куда, что средняя, да, вот average profit trade, средняя прибыль, прибыльные сделки 4446, да, а средний убыток, убыточные сделки, вот average loss trade 857. То есть получается, что мы теряем $850 в среднем, да, а зарабатываем 4000. То есть получается, что да, убытки есть, и их достаточно много с точки зрения количества, но они очень маленькие с точки зрения качества. То есть это маленькие убытки, понимаете? Это, к примеру, вот стоп-лосс я переставил, там цена пошла в мою сторону, я стоп-лосс переставил в сторону движения цены, да, и он, допустим, сработал, этот стоп-лосс. И, в принципе, получается, что, ну да, получилась убыточная сделка, но она ни о чем. Она маленькая, и она счет, в принципе, не уничтожает в этом плане, да? Дальше, вот обратите внимание, largest profit trade, наибольшая по прибыли, 15 тысяч. То есть это вот есть как раз те самые трендовые сделки, которые, то есть те позиции, которые покупаются там в основании тренда, если хорошо, да, вот там пошла сделка, и потом пошел тренд, мы получаем большую прибыль. То есть там вот треть этой прибыли была получена на вот одной из прибыльных сделок, да? Вот. Дальше, обратим внимание, максимальное количество, вот максимум consecutive losses, то есть это максимальное количество убыточных сделок подряд, 14, понимаете, и общий убыток в них составляет почти 7 тысяч. Вот тоже часто спрашивают, а сколько вот мне убыточных сделок, сколько я могу терять там в потенциале, да, 2-3 убыточные сделки, ну, ребята, может быть и 2, и 3, но вот я вот в статистике зачастую вижу вот здесь 14 там сделок, да, это просто вы их закрываете, да, допустим, убыточные сделки идут, это не значит, что прям совсем плохо вы там потеряли, да, здесь получается мы вон 7 тысяч потеряли, но все равно вот эти череда убыточных сделок, пока мы ищем тренд, это может быть достаточно серьезное количество. А максимальное количество прибыльных сделок 9. Да? Вот это и есть статистика. То есть получается, что мы получили некий финансовый результат 45 тысяч. Он нам дался ценой в 3 раза меньше, чем эта прибыль. То есть это нормально. Терял 15 тысяч, заработал 45. И при этом, как вот ни странно, да, большую часть времени по количеству сделок были убытки, но они были маленькие, а в тренде мы зарабатываем много. И вот это типичная вещь для трендовой торговли, что трендовый трейдер знает, что он заработает, когда пойдет тренд, и поэтому 30-40 или даже там 25% прибыльных сделок, такое бывает. И трендовый трейдер абсолютно нормально к этому относится. И получает нормальный финансовый результат. Если человек там пока только начинает, он еще не до конца это понимает, да, и он гонится к тому, чтобы у него все сделки были прибыльные. Но, к сожалению, этого не происходит, и в итоге человек блуждает там среди трех сосен и заблудился, ничего не понимает, да, как ему вырулить, а на самом деле нужно просто действовать по правильным, так сказать, правилам риск-менеджмента, по стратегии трендовой и получать нормальный финансовый результат. Ну вот это то, что я хотел показать по статистике. Если какие-то вопросы будут, то задавайте. Ну а сейчас я быстро пройдусь по... Да, это за март, еще раз повторю. Это вот то, что в течение марта мы проводили обзоры. Да, вот я проводил торговлю параллельно, и вот получились такие цифры. Значит, если есть вопросы, задавайте, отвечу. Пока отвечаю, сейчас посмотрю
вернее, пока вы их пишете, да, пока посмотрим на текущую ситуацию, исходя из нашей трендовой модели. Итак, евро-доллар тренд восходящий, есть коррекционное движение, опять-таки выжидаем. То есть нужно ждать, пока цена пробьет нашу линию коррекционную и будет двигаться наверх, ну, либо обнулит тренд. Доллар-иена продолжает нисходящий тренд, достаточно хороший, видите, вот опять-таки трендовая сделка. Что по уровню наших коррекций? Здесь их нету, здесь есть только горизонтальный уровень, вот такой и вот такой. Тоже очень хорошая картина с точки зрения развития тренда. То есть вот у нас уровень, он как в учебнике, опять-таки, здесь нарисовался. Есть вот здесь еще вот такая горизонтальная, да, поддержка. В принципе, это не наша ситуация, нам нужна наклонная коррекция, но если трейдер хочет заходить, то у него сейчас вот сигналом на вход является только пробой вот этой нижней линии, нижней границы. Либо цена здесь будет какие-то движения совершать и все-таки нарисует нам нашу коррекцию, которая нам нужна. Ну, в принципе, очень высокая вероятность, что именно так и произойдет. Так, все, по иене тут, в общем-то, больше ничего нету. Франк. Тренд нисходящий. Видите, вот этот выход новостей тоже размыл уровни, то есть цена вниз, вверх, туда-сюда. И в итоге получается, что вот у нас есть некий уровень. Вот тут более-менее вот он устаканился, да, горизонтальный уровень, вот он. Вот. Тут уже опять-таки он размывается, да. Устаканилась цена, все, больше ничего нету. То есть вот после выхода новостей уже появились вот эти опорные точки, которые мы с вами видим. И вот только непосредственно пробой этого уровня может для нас что-то означать с точки зрения тренда. Но пока, я еще раз повторюсь, это не наша ситуация, нам нужна наклонная коррекция. Так, австралиец. Пришел к средней, тренд обнулил, нам нужно некое движение, да, вот здесь под средней, чтобы сформировалась коррекция. Мы не заходим агрессивно непосредственно у средней. Те, кто заходит, ну, значит, они уже в рынке, сейчас уже даже что-то зарабатывают. Вот, мы же выжидаем. То есть сверху у нас, да, есть вот этот максимум. Может быть, как помните, по канадцу будет такая ситуация, что здесь начнутся какие-то движения. То есть мы здесь будем понижающиеся максимумы рисовать, повышающиеся минимумы, но посмотрим. То есть вот по австралийцу выжидательная позиция. Да, кстати, по австралийцу во вторник у нас будет решение по ставке, то есть тоже возможны движения серьезные. Канадец. В итоге пришел, видите, к средней нашей, устаканился здесь, да, то есть это у нас получается обнуление тренда. Будем ждать ситуации на развитие наверх и вот вниз. То есть сейчас пока у нас нету здесь никаких потенциальных сделок, да. То есть если даже мы хотели бы провести вот такую линию, как мы это делали раньше, помните, по канадцу, да, то эта линия, в общем-то, она имеет место быть, но она достаточно такая уже нечеткая в том плане, что мы ее рисуем вот из середины, да, движения, и цена уже пришла к средней, да, и вот здесь он ее не касался, ну, то есть она такая, есть вероятность, что рынок уже забудет про нее, да, она слишком такая растянутая получилась. Вот. В той сделке по канадцу у нас было очень сжато, то есть у нас были такие короткие здесь понижающиеся максимумы, да, то есть здесь нам нужны короткие повышающиеся минимумы. Вот. Ну, то есть по канадцу тоже выжидательная позиция. Так, австралиец посмотрели. Новозеландец сейчас придет к средней, будем тоже выжидать, каким образом будет развиваться движение. С точки зрения коррекции, опять-таки, смотрите, что здесь у нас есть. Есть только вот эти максимумы. Высокие, да, то есть вот такие линии, опять, очень длинные уже, да? То есть нам нужны такие коррекции, которые четкие будут. Это очень такая длинная, размашистая коррекция, то есть тут нужно уже подождать развития движения. Может быть, здесь даже уже что-то и вот такое нарисуется. Но опять-таки вот нужно ждать обнуления тренда и уже формирование новых движений выше и ниже средней. Так, ну вот, что ж, на этом, в принципе, и все. То есть сегодня основная у нас динамика, это хотел показать, как рынок реагировал на новости, показать статистику с точки зрения, как анализировать ее, какая она бывает в трендовой торговле. Ну и, в принципе,
по рынку сейчас не особо каких-то у нас тут суперинтересных движений сформировалось, да, поэтому занимаем выжидательную позицию. Ну что ж, давайте вопросы. Я смотрю, пока особо вопросов нету. Сейчас секунд 30 подожду, да, если вопросы будут, отвечу. Если нет, тогда, в принципе, мы на сегодня на этом закончим и завтра уже продолжим смотреть динамику, продолжать смотреть динамику по нашим трендовым моделям. Так. Так, вот Андрей спрашивает, какой риск в сделке по стати у вас? Ну, хорошо, основной вопрос, какой риск сделки? Значит, риск на сделку мы смотрим, во-первых, по, как я всегда говорю, по тому, какой минимум формируется, да, то есть это движение до того, прежде чем мы пробили. То есть риск у нас будет получаться, будет зависеть от того, какое движение у нас до этого было сформировано. То есть стоп-лосс, да, вот, может меняться. Если говорить о риске на сделку, то есть сколько, как я рассчитываю размер позиции, то есть каким, так сказать, рискую процентом капитала, то в принципе, да, это, как правило, ну, либо, если консервативно, это 1%, ну, как консервативно, если совсем консервативно, это может быть 0,5% капитала, да, 1%. Если агрессивно, то это 3% капитала, то есть, ну, как правило, не больше. Если что-то исследую, смотрю, то, в принципе, риск на сделку может быть максимально, там, это супер максимально, это 5%. Я сейчас говорю о риске на сделку, да, то есть это тот максимально допустимый убыток, который может быть получен в результате одной сделки, если рынок движется в самом худшем сценарии, то есть по изначальному стоп-лоссу, да, вот поставили стоп-лосс и сразу вниз. И почему? Потому что если рынок хотя бы движется в мою сторону какой-то интервал времени, какое-то движение, то я уже стоп-лосс подтягиваю. Поэтому изначально максимальный риск, он, как правило, не реализуется. Но в принципе, я еще раз повторюсь, да, это значение, если говорить о такой достаточно жесткой, ну, как бы рискованной торговле, то это все равно не больше, чем 3%. Вот. А то, в общем-то, лучше всегда действовать более консервативно, то есть 0,5%, процент, то есть не больше 1% капитала я должен потерять на сделке в самом худшем случае. Так, отбой от средней можно брать по 10 пунктов. Ну, это, видимо, Андрей вот говорит, да, про краткосрочную торговлю, что если происходит отбой от средней, то можно брать краткосрочные 10 пунктов. Ну, в принципе, да. Ну что ж, на вопросы тогда ответил. Что ж, друзья, я надеюсь, что данный выпуск был для вас полезен. Я надеюсь, что те статистические данные, которые мы посмотрели по торговле, те новости, которые выходили, и та реакция рынка, которая была, в принципе, это достаточно понятный для вас материал, который вы можете конвертировать в знания, в прибыль. И я надеюсь, что это было для вас интересно и полезно. Ну, а в принципе, мы продолжаем торговлю. У нас четвертый месяц, но имеется в виду апрель, да. Новый месяц, нужно стремиться к новым результатам, смотреть какие-то новые стратегии, новые приемы, в общем-то, двигаться постоянно вперед, чтобы не стоять на месте и подстраиваться под рынок, который, как мы знаем, постоянно меняется. Ну что ж, друзья, на этом закончим. Встретимся завтра. Желаю вам успешного дня. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.